На днях группа неизвестных лиц проникла на территорию телеканала «Интер», совершила там поджог. Это недопустимое действие, это хулиганство, которое могло привести к гибели людей. Это недопустимо. Однако я также хотел бы сказать, что у других украинских телеканалов не существует таких вопросов и проблем, как у телеканала «Интер». В первую очередь это связано с антиукраинской редакционной политикой телеканала «Интер». Миллионы украинцев были возмущены тем, что в праздничный концерт на День независимости после выступления украинского певца Пономарева были вырезаны слова «Слава Украине», которые он сказал после того, как спел украинский гимн. Миллионы украинцев возмущены тем, что на телеканале «Интер» продолжают работать граждане Российской Федерации, в частности Игорь Шувалов, которые фактически руководят информационной политикой от имени государства-агрессора Российской Федерации. Фракция «Народный фронт» настоятельно требует от руководства государства принять действенные меры по изучению вопроса о том, как управляется телеканал «Интер», откуда берется финансирование данного телеканала, в каких отношениях находятся его владельцы с должностными лицами, управленцами страны-агрессора, государства Российской Федерации. Надо помнить, что информационная безопасность государства не менее важна, чем безопасность военная. И также надо помнить, что слово, оно не только может быть красивым, оно может убивать. И часть ответственности за смерти 10 тысяч людей на востоке Украины несут эти люди, которые не имеют права называться журналистами, являются пропагандистами, разжигающими агрессию России против Украины.